Ben bir rengi de değişeceğim. Так это ж понятно. Thank you.
Так. А, кстати, здесь потом, когда ключи возьмем, да, вот эти, Гиркелон, аккуратно, там потом появится хном, поможешь мне ему бушку спустить? Браслетом нужно. Да. Первый на нее, вас затягивает, потом я буду. Черт.
меня тут. Мне нужно, чтобы как-то один отвлекал. Давай. Накидывай. Есть. Отлично. Ой, где-то живым. Тихо. Сейчас мы его закидаем. Блин, хп тут все. Слим себе. Какие-то хуйни живут. Да. Помочь? Убегай. Вспомнил, если не секрет, то это хороший. Погоди, иди за мной, там сейчас одна штучка есть интересная. А вот сейчас здесь за защиту исходим. Дверь. А, вот, можно еще отсюда. В окошко надо попасть. Запрыгни в окошко и прыгни с него. Или не за мной. Ага. Вон тут хпшки немного есть. Хочу убить. Они мне не нравятся. Видишь, музыку ты можешь убить. Не знаю, я их всегда убивал. Да, я знаю. Ну да, я видел. Не знаю, у меня было то же самое, только это. Ну, я их убивал всех. И они все равно появились. Динамита-то нету. Хорошо, да? Так, ну тут надо открыть. Смотри, в принципе. К концу уже зашло много. Я вот тут еще убегусь. Ну ладно, побежали. Ну, может туда сходить, там патроны есть немного. Я получил победу. Где?
Секретный проход. Можно искать. Ну, собственно, эти самых там штук 4 или 6 появляются. Подожди, не стреляй. Я уже сами это стрелял. Вон он, вон он. Кем-то, может, поменяешь уже персонажа, то есть дома ходит. Я ему не понравился. Ну вот тут, кстати, секрет есть. Там есть одна дверца, ее можно будет открыть, и там это патроны для минигана. А нет, это не те. Тут еще одни есть. Сюжетные. Всего максимум. Как тачка. Thank you.
магазин с патронами. Самый шутки, сколько хочешь. Блин, у меня автомат. Надо позвонить. Тихо, аккуратно, они еще не все поют. Сколько нужно? Я тут
которую будут ходить пластинки. Как этот пулемет не снимать? Сейчас как пулемет, который стоит, не снимай его пока. Сейчас будет очень много клиров. Потихоньку отстреливают. Пулемет не справляется, он всех не клирит. Аккуратнее. Жесть. Сейчас мы будем это все отстреливать. Но теперь пулемет нужно взять. Так, давай быстрее патронов. Сейчас будет очень-очень много клиров. Так что готовься. Отходим, отходим назад пока что. Миниган пока не тратит. Но нам потом еще победится. Короче, Тёмыч, смотри. Видишь вот эту дверь? За неё потом ходим и прячемся, когда клир немного появляется. Понял? Ну, по крайней мере, я так подходил. Все, маклеры бегут. Отходим. Тёма, отходим, отходим. Бери, бери, отходим. Смотри, вот это бери. Молочи, молочи. Отходим. Прячемся. Круто, я придумал, не правда ли?
весело, не правда ли? Че, хочешь поумирать? Ну окей. Давай.
защиту прыгнуть. Как ощущение? Запах зайна. Забегай. Ты говоришь, ты так гоносал туда? Thank you.
Не-не-не, там видно, видно. На, а на телеке разом тебя поднимает вон тут. Видео ничего не будешь. Не-не-не, мига не дай там, потом клиров не сомневаюсь. Чума, отстреливай камикадзе. Тёма, мне тут что-то страшновато немного. Да, конечно. Они потом все равно нападают. Не останься.
игры начались. Я в шубе, я в самой шубе. Очень. А что ты там делаешь?